Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы находимся в экотехнопарке Skyway и беседуем с руководителем организации строительства Сергеем Викторовичем Зайко. Здравствуйте, Сергей Викторович. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, что сегодня происходит на вверенной вашему попечению территории? На объекте на сегодняшний день выполняются работы по монтажу металлоконструкции разворотного кольца грузовой линии. Кроме этого, выполняются работы на погрузочно-разгрузочном терминале, выполняются бетонные работы, работы по гидроизоляции приямков. Значит, поступают металлоконструкции погрузочно-разгрузочного терминала. Скажите, а что касается качества поставляемых металлоконструкций, как работают подрядчики? С заводом-изготовителем, кто изготавливает нам эти фермы, работает наш отдел технического контроля. Значит, они по мере изготовления этих ферм выезжают, их принимают. Конечно, принимают не с первого раза, значит, но металлоконструкции к нам поступают, а мы их пытаемся здесь привести в надлежащее состояние и смонтировать согласно проектной документации. То есть то, что мы видели, те конструкции, которые уже лежат, готовые к монтажу, значит ли это, что они уже приняты техническим контролем или контролем качества, точнее, и вскоре мы увидим их на разворотном кольце грузовой трассы, вдоль которой мы как раз и идем? Совершенно верно. Значит, они приняты отделом технического контроля или отделом качества нашего предприятия. Скажите, это речь идет о юнитраке, да? Здесь будет ходить юнитрак, если я правильно понимаю, по этому разворотному кольцу. Да, будет ходить юнитрак. Мы с вами сейчас направляемся к погрузочно-разгрузочному терминалу, где будет установлен металлический бункер в приямок, который уже выполнен. И там по технологии предусматривается и погрузка, и разгрузка сыпучего материала. Скажите, а уже на каком уровне находится сооружение этого терминала? Что выполнено на сегодняшний день и какие работы выполняются в данный момент? На сегодняшний день выполнены бетонные работы по приямку, они выполнены на 70%. Частично выполнена гидроизоляция. После выполнения гидроизоляции планируется обратная засыпка с послойным уплотнением. Ну и параллельно будут вестись подготовительные работы для монтажа бункера погрузочно-разгрузочного терминала. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте, поддерживайте наш проект, и хорошая погода в доме вам обеспечена. Строй Skyway! Спасай планету!